Добрый вечер. Это «Суть недели». Сегодня в программе. Сделка по продаже С-400 Турции практически завершена. Каковы могут быть последствия? На минувшей неделе исполнилось 102 года со дня рождения героя Советского Союза Михаила Девятаева. На неделе появилась информация об отправке в Турцию первой партии противозенитных комплексов С-400. С нами на связи из Еревана шеф-редактор раздела «Стратегии и технологии» журнала «Новый оборонный заказ», военный обозреватель информационного агентства «Регнум» Леонид Нарсисян. Попробуем разузнать у него, к чему может привести эта сделка. Добрый вечер, Леонид. Спасибо, что согласились поговорить с нами. Рад вас видеть снова в нашей программе. А вопрос у меня вот какой. В последние дни появилась информация о том, что сделка между Россией и Турцией по продаже наших ракетных комплексов С-400 вроде бы начинает реализовываться. Якобы даже уже самолетами доставляют эти комплексы в Турцию. Можете что-нибудь по этому поводу сказать? Добрый вечер, спасибо за приглашение. Я могу сказать, что эта информация вполне себе соответствует тем заявлениям, которые звучали в течение последних где-то полугода о том, что первые поставки системы С-400 начнутся в июле. И как раз сейчас июль, и по некоторым другим заявлениям в конце этого месяца должны уже быть эти поставки. Проверить информацию о том, начались ли они уже сейчас, достаточно сложно, но я думаю, что либо они уже начались, либо они вот-вот начнутся, то есть ведутся какие-то подготовительные работы. Но уже совершенно очевидно, что эта сделка не сорвется, и она совершенно однозначно будет проведена. Все мы знаем о том, что Соединенные Штаты очень недовольны этой сделкой. Трамп постоянно, значит, он наступает на Эрдогана с криками о том, что если вы купите русские ракеты, мы вам не дадим свой замечательный самолет. А Эрдоган в ответ вдруг неожиданно, я буквально позавчера прочел о том, что он заявил, дескать, а мы эти ракеты отдадим в Катар и еще там куда-то в какую-то страну, в Сирию, по-моему, но мы их на территории Турции устанавливать не будем. Это действительно так? Такие слухи ходят, и не первую неделю, и не первый месяц были про Катар, про Азербайджан слухи, но я не думаю, что это случится, потому что в таком случае непонятен смысл этой сделки. А тем более, что размещать-то их там можно, но пользоваться этим ни в Катаре, ни в Азербайджане не смогут, потому что когда техника новая продается, военная. Есть сертификат конечного пользователя. Да, совершенно верно. То есть перепродать это нельзя. Или тогда уж в Катаре должна быть турецкая какая-то военная база, где турецкие войска должны обслуживать эти системы. Только в таком формате можно себе представить эту сделку. И то нужно понимать, что с российской стороной это тоже, скорее всего, придется согласовать. Если исключить коммерческую составляющую этой сделки, то есть американцам обидно, что 2 миллиарда прошли мимо их кармана. А военный смысл какой-то есть в том, что американцы возражают против того, чтобы страна НАТО применяла вот эти российские ракеты? Военный смысл, я думаю, что преувеличен со стороны американцев, конечно. Но проблемы с совместимостью систем могут возникнуть. Но так как С-400 тоже на цифровой базе создан, то, потратив определенное количество средств, можно интегрировать все-таки систему с натовскими системами. Но я думаю, что здесь есть и другой момент. Если Турция покупает Патриот, например, то его использование против американских авиации, к примеру, наверняка будет очень затруднено, если возникнет какой-то конфликт. А С-400, конечно, он будет эффективнее работать против натовской авиации, но здесь в обратную сторону. С-400 наверняка будет очень слаб против российской авиации, если когда-нибудь вдруг возникнет какой-то конфликт. И еще есть такая ситуация, что я думаю, что С-400 может входить в пакет, скажем так, мер примирение России с Турцией, когда вот после
инцидента, связанного со сбитым Су-24. Да, вот да. Это тоже, мне кажется, можно включить в это. Потому что чисто с точки зрения военной и даже политической целесообразности Турции, ну, я не уверен, что Турция так уж много с этого получает. Вы не считаете, что покупка С-400 может продолжиться покупками каких-нибудь там наших самолетов, допустим, вместо американских? Ну, если американцы действительно заблокируют поставки F-35, закроют эту программу, то тогда такой сценарий вполне вероятен. Но я не понимаю тогда американской игры в таком случае. То есть это получится абсолютная игра на руку России. Если сейчас они ведут экономические санкции против Турции, если они заморозят сделки по F-35, то они как раз вот их этот законопроект противодействия России, которым они будут пользоваться в данном случае, он сыграет на руку России и российскому ВПК. То есть я не уверен, что американцы пойдут до конца в этой теме с заморозкой поставок F-35. Я вас понимаю, но дело-то в том, что, так скажем, в больших кавычках, Трамп-то ведь наш человек. Вот. Поэтому у меня возникает вопрос. Дело в том, что Америка вообще расслоилась. Когда вы говорите «американцы», сейчас даже трудно понять, кого вы имеете в виду. Американцы – это, с одной стороны, Трамп, а с другой стороны, весь Конгресс, Департамент обороны, Пентагон, Госдеп и так далее. Они действуют как бы автономно от президента. В данном случае это больше Конгресс, который обе партии, причем, находятся в согласии по этой теме. Трамп тоже в какой-то степени. Вот единственный, кто был однозначно против, это был прошлый министр обороны, глава Пентагона, который ушел в отставку где-то, наверное, несколько месяцев уже назад, полгода назад, Мэттис, собственно. И он был против вообще, в принципе, этого пакета санкций, когда за сотрудничество с российским ВПК против страны, третьей страны могут вводиться санкции. Он был против вообще этой темы в целом. И сейчас противников однозначных вот такого подхода в Америке нет среди властных структур почти. То есть в основном есть определенный консенсус. Спасибо, Леонид. Я хотел бы вас попросить еще поучаствовать как-то в нашей программе, потому что вот тема вооружения страны НАТО российским оружием, она чрезвычайно, мне кажется, острой и актуальной, и важной. Давайте с вами попытаемся все-таки в последующих наших встречах обсудить развитие событий вокруг продажи С-400 Турции, потому что последствия этой сделки могут быть очень серьезными. Так что хотелось бы вас попросить еще как-нибудь прийти к нам в гости. Буду рад, спасибо. Спасибо, Леонид. Небольшой перерыв на рекламу поможет вам подготовиться к следующему сюжету нашей программы. Михаил Девитаев совершил уникальный подвиг. Он сбежал из немецкого плена на немецком самолете. На минувшей неделе ему исполнилось бы 102 года. О том, как сложилась жизнь героя Советского Союза после войны, и о том, почему до сих пор в Казани не поставлен ему памятник, мы поговорим с Александром Михайловичем Девитаевым, сыном героя, профессором Казанского медицинского университета. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли, потому что понимаю, что вы сын человека, который вошел в историю не только нашей республики, я считаю, он вошел в историю и страны Советского Союза, которой нет. И вот на минувшей неделе ему исполнилось бы 102 года. Скажите, ведь судьба Михаила Петровича Девитаева, она, наверное, после его возвращения из немецкого плена, была еще более сложной, чем вот там в плену. Вы родились как раз в тот неблагополучный период жизни вашего отца, когда семья познала и нужду, и всяческие
притеснения. Вот скажите, вот в детстве вы помните всю эту историю? Отец, когда стало то время, когда его нужно было уже демобилизоваться, он написал письмо, что, ну, стоит ли мне приезжать. Ответ был простой – приезжай. Это он написал откуда? Ну, из фильтрационного лагеря, да, перед тем, как решать, вот куда ему будут выписывать документы. А сколько он пробыл в этом лагере? Его освободили в ноябре. А в ноябре какого года? В ноябре 45-го. 45-го. То есть, считайте, это с февраля по ноябрь, фактически года. Почти 10 дней, 10 месяцев. Да. Вот. И он приехал в Казань к матери, к жене. И самое, на мой взгляд, вот сколько я вспоминал отца, это, конечно, то, что ему не дали возможности работать. И вот самое-то обидное было то, что человек, ведь ему, его не лишили орденов. У него было два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны, ранения, знаки за тяжелое ранение. Но на работу его не принимали. У меня есть документы, которые как раз в апреле снимают с него, там сложная система была в военкоматах. Это, так сказать, интернет выдал эти архивные документы. Да. И вот в конце апреля пришел приказ, он шел персонально на каждого летчика, который был в плену, и вот перевести его из разряда, значит, убывших. Что это означает, я не знаю, но в результате... Ну, то есть, как бы... Вернуть к жизни, потому что убывшие – это, видимо, ну, погибшие. Да, но они считались сначала, значит, пропавшими без вести, потом да, уже да. военнопленными. Вот. И уже вот в этом случае, в середине мая, отцу дали работу. Я связываю эти два документа вот напрямую. Ну, может быть, да. Потому что еще бы чуть-чуть, и он бы уже вышел за грани. Это при условии, что маму особист просил каждый день рассказывать, что отец говорит, ну, а как так сказать, же, в семье. Немецкий шпион. Да. Ну и на какую работу его взяли? Дежурный по речному порту – это старший помощник младшего дворника. Ну, понятно. Человек, который, так сказать, ну, на подхвате, на побегушках. Это при его уже дипломе судоводителя. А что случилось, все-таки вот этот перелом в его судьбе, как наступил? Версий миллион. Что на самом деле было? Можете сейчас сказать? Был достаточно холодный ноябрь, и приехали какие-то два мужчины, я, конечно, не знал, что это был тогда Ян Венецкий, и с ним товарищ, который потом стал даже главным редактором «Советской Татарии». А Ян Венецкий в то время... Это 56-й год, как и многие журналисты, получил задание рассказать и найти людей, которые пострадали при культе Сталина. То есть это 56-й год? Да, 56-й год. 20-й съезд. Он, конечно, пошел в военкомат. Ему сказали, что вот есть какой-то придурочный товарищ, который говорит, что он угнал немецкий самолет. Но он решил все-таки уточнить. Причем просил водителя не глушить машину. Они там объезжали, видимо, много народу. Спустились к нам в подвал по лесенке. Пар там, все это, знаете, как с мороза, такого с холода. Вот. Ну и буквально отец, он очень сильно волновался. И не хотел вообще разговаривать. Но как-то 2-3 слова, это уж, видимо, вот... Венецкого была такая способность беседовать. И 2-3 слова, и Венецкий понял, что он разговаривает с летчиком. Ведь Ян Венецкий сам был летчиком-истребителем, воевал в Испании. Вот. И когда стало понятно, что здесь профессиональный разговор, в общем, в итоге они поменяли 3 самовара, просидели до утра. Отец рассказывал ему все. Написал Ян Венецкий очерк «Мужество». Предложил его в Красную Татарию. Там напечатать его испугались. И
стали думать, как быть. Наконец нашли способ и отдали его в литературную газету. Там тоже проверяли с ноября, ну не с ноября, скажем, там уже с декабря. В общем, он вышел только 23 марта уже 57 года. И вот это действительно говорят так, что на утро проснулся, так сказать, совершенно другим человеком. Потому что отец 23 марта, я уж этого не помню, но он рассказывал и писал об этом. Он просто накупил несколько газет, где был указ. Не указ, простите, а просто рассказ. Так сказать, указ будет позже, 15 августа этого же года. И тут же за ним прилетел военный корреспондент из газеты «Советская авиация». Забрал его с собой. Ну, одновременно, так сказать, записывал за ним историю уже более подробно, потому что «Советская авиация» вышла 3 громадных подвала. На это была очень яркая такая пышная реакция читателей. То есть, ну, просто редакцию завалили письмами. Письма были приблизительно одного содержания. Почему такого человека, совершившего такой подвиг, не представляет звание Героя Советского Союза? И вот это уже, так сказать, сам разговор с мамой я не помню, но в преданиях семейных от самого начала отец вернулся уже только в апреле. Он достаточно долго был в Москве, вот эти все рассказы, пересказы. И он маме сказал: «Фай, ну, наверное, мне присвоят звание Героя Советского Союза». При этом я хочу вам сказать, вот мы начали говорить о том, что вот, что как он себя чувствовал после... Они с мамой были в 46-м или 47-м году, в Москве у его старшего брата, он жил в Москве, Петр Петрович. И пришли в музей Советской Армии, около театра Советской Армии. И там была галерея портретов героев Советского Союза. И он маме сказал: «Фая, я вот здесь буду висеть». Скажите, а вот как-то увековечить память героя Советского Союза в Казани собираются или нет? Да, конечно, есть несколько постановлений, даже несколько постановлений о том, что бы такой памятник был. И уже 2 года ведутся совещания многократные в Министерстве культуры. В оправдание вот этого длительного очень процесса решения, я могу сказать, что тема-то очень сложная. А что сложного-то? Памятник-то должен быть, на мой взгляд, монументальный. Потому что это памятник, который должен отразить то, чего лишена Казань. Скажите, в Казани есть памятник, посвященный авиации и авиаторам 30-х годов? Как это все создавалось? Особиахим? Нет. Есть памятник, но памятник именно солдату, воевавшему и попавшему в плен. Ну, этого-то нет точно. Но я уж не говорю о самом побеге. После побега есть памятник тем, я бы не побоялся сказать, миллионам людей. Да. Я говорю сейчас о Татарстане даже, в пределах Татарстана. Да. Которые, вернувшись... В Татарстане это тысячи точно. Сотни тысяч. Сотни тысяч. Клеймо военнопленного просто лишало, закрывало пути для учебы, жизни и так далее. А есть памятник гордости Татарстана судам на подводных крыльях. Ведь именно в Зеленом Доле было создано более 400 метеоров на подводных крыльях. И есть памятник речнику, есть памятник вообще Волге в этом смысле. Ну хорошо, а кто тормозит-то этот памятник? Ну вот уже кому обращаться, в течение многих
кажется, мы пришли к консенсусу, так сказать, в Министерстве культуры. Мы даже вышли в речной порт. То есть это Министерство культуры должно решить вопрос? Комиссия, ну, поручена Министерству культуры. Угу. Поручено было выбрать место, и мы выбрали прекрасное место. Перед зданием речного вокзала со стороны Волги есть место, угу, где может стоять памятник, и его идеи, и все уже обговаривалось. Ну, а говоря, возвращаясь не только к памятнику, а к памяти, я должен вам сказать, что у отца, на самом деле, в узких кругах очень хорошо и большая известность и за рубежом. Вообще-то он в 60-е годы получил приглашение от англичан, голландцев, французов по линии, скажем так, ветеранов войны тех стран, а там везде входили в эти комитеты и так далее общества, естественно, заключенные, а все они были и в Заксенхаузене, были они, и потом, как в филиале Заксенхаузена, на Пенемюнде, откуда он бежал. И везде речь шла о том, что, так сказать, речь шла о награждении, награду за это. Тех государств. Да. Но, естественно, что там, видимо, хотели убедиться, а вообще вот жив, и есть ли такой панфиловец, скажем так сказать. Не отпустили его? Не отпустили. Его разрешили ездить только в ГДР. Понятно. Ой, всегда тяжело слушать вот эти вот истории из тех лет нашей с вами жизни. Но, к сожалению, забывать это мы не имеем права, потому что если мы об этом не будем помнить, оно повторится завтра. Это уж совершенно точно. Спасибо вам огромное. На меня вот то, что вы рассказываете, хотя и встречался я с Михаилом Петровичем, с вашим отцом, и слушал от него в гораздо более жестком изложении многие подробности его возвращения на родину, все равно вот беседа с вами вот на меня лично произвела большое впечатление, потому что вы живой свидетель, вы не просто человек, который рассказывает какие-то истории, известные ему из книг, газет и так далее. Спасибо вам огромное, и мне очень хочется надеяться, что и министр культуры, и мэр нашего города, конечно, и президент, наверное, просто упустили этот вопрос. Я понимаю, забот у них много, но надо к этому возвращаться. И у нас ведь на следующий год 100 лет Татарстана. Да. Вообще, конечно, памятник надо было поставить к столетию Девятаева. Но не получилось. Не знаю уж почему, не знаю как. Поэтому мне кажется, что и Министерство культуры, и президент наш, и все власти, и городские, и прочие, я думаю, какие-то меры примут. Невозможно, невозможно. Нет такого человека больше, как Михаил Петрович Девятаев. Не было в истории Советского Союза. Это единственный, по-моему, случай. И такой человек, который по счастливой случайности оказался нашим земляком, ну, не может быть его память не уковечена в Казани. Спасибо вам, и я надеюсь, что мы еще сделаем репортаж с открытия памятника Девятаева и покажем его в нашей программе. Спасибо. Спасибо. Это все на сегодня. Удачи нам всем. И до следующей субботы.